Всем доброе утро, друзья. Ну что же, я готовлю завтрак. Скажите, а у вас какой завтрак? А у меня сырники. Посмотрите, вот такие они пышные. Пышные. Я вот так под крышкой, чтобы они были пышненькие. А потом выключаю огонечек. Своих зверят я уже накормила. Они уже по второму кругу у меня поели. Сначала поели желеобразный корм. А потом кашку Геркулес. А Марсик вот доедает Белочкину. Белочка не захотела. Она меньше вообще кушает, чем Марсик. А еще у меня кашка Геркулес. Ну, а у нас сегодня такой завтрак. Кашка. У мужа побольше. У меня пиалушка одна. Сырник с домашней сметаной. Хлеб бездрожжевой. Масло сливочное. Ну, там нарезка, сыр. И, конечно же, кофеек. У меня натуральный. А я вот так вот кружки завариваю. Вот. И всем приятного аппетита, ребята. Кто завтракает? Ребята, всем добрый день. А я вот вышла, сейчас поеду в микрорайон, хочу сделать маникюр. Вот ногти, а то у меня совсем, вот видите, вот, отросли. Так вроде вот этот маникюр французский не видно, но все равно, если приглядишься, надо, в общем, освежить маникюрчик. Я уже в районе 7-го микрорайона. Смотрите, тополиный пух разлетается. Ух. Вот вам и май месяц. Юрта стоит. Молодец. Бабушка юрту уже поставила. Вот мое ателье. А, что-то они уже работают, что ли? Пойду зайду, посмотрю. Ох, что тут они сделали. Здравствуйте. Кто здесь есть? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, я хозяйка. Просто я снимаю. Ничего, да? Краски здесь. Это краска у вас? Нет, это эмоги. Ладно. Сидит, бана, звонка, где здесь сразу, ладно, часа уже это время. Ничего, молодцы. Я курю. Клиенты есть? Нормально? Открытие было, да, шариками? Нет. Как продажа? Два дня как только. Ну ладно, удачи вам. Пока все смотрят, знакомятся. Хорошо. Ладно. А я на маникюр, ребята. Здравствуйте. Я рано пришла на маникюр. Да? На озерке, по-моему. Сейчас посмотрю. Это в 7-м микрорайоне вот так вот. Ой, в 9-м микрорайоне сделаю ремонт. Так, давай. Мажан, посчитай там ее процентов. Правила любить друг друга, высоко
держать голову, смеяться. Сколько положим? 1750. Ага, сейчас. Ну вот, маникюрчик мой свежий. Готов. Поехала домой я. Ой, блин, только столько машин стоят. Как мне развернуться здесь, а? Такие ворота, вроде бы ничего. Аккуратненький домик. А ничего, я это самое немножко сниму. А, ну ради бога, что? Я этот номер ничего не сняла. Что за номер? Нет, ну машину вашу там. А, нет. Собака. Ну, не особо что-то. Раньше нет. Это время. Это летняя кухня? Да, летняя кухня. Это что? Огородик. Просто я его. Только бабушка, когда я была, ага. В прошлом году они за это умерли, дедушка. Она так говорила, все сажала. А что, сразу умерли, что ли? Оба. Ну, всегда же так, ну, вот, если одна... В августе дедушка умер, бабушка в сентябре. А сколько было им? Бабушке 80. Это бабушка или мама? Это моей жены, родители. А-а-а. 84 было. Ага. Ну, всегда так, если один умирает, да. Второй тоже долго не живет. Дедушка ушел, а потом бабушка. Ага. Там я, у вас... Я огород, честно говоря, не копал. А там что, это туалет? Туалет, да, туалет. А внутри нету? Есть, есть. Есть? Это просто, это как, я здесь печка у вас, да, готовите, ну, да? Ну, это так чисто. А это что? Это кладовка просто. Открывайте, открывайте, ничего. Это там чисто такие хозяйства. А, хозяйство? А. Это хорошо, для инструментов. Да. Это печка там, мангал вон есть. Я-то ничего не делал, а это туалет. Просто вот посмотрите, он был как такой, капитальный просто. Я туда и не хожу, о чем ходить. Я здесь один. А какой мангал? Мангал вам за шашлыковый. Вообще, если вы интересны, как она там. Идите сюда. Ходите, ходите. Садитесь. Понятно, что заходите. Здесь туалет, ванна, все есть. Осторожно. Так, здесь туалет, да? А? Здесь туалет с ванной, да, у вас? Да. Здесь вот ванна, туалет. Угу. А это у вас, как сказать, централизованная или септика? Не, 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 септик, септик. Септик? Септик, здесь нету. Ну, здесь яма нормальная, она капитально зарезонирована, где-то на, ну, не знаю, на год, наверное, хватает. Так, это... Это кухня. Кухня. Просто это я сейчас здесь живу, я поэтому сам переставил. А так они здесь кушали все. Вот кухня. Здесь кухня, там кладовка. Задняя. Опять кладовка? Да, сзади, посмотрите, там. А, там у вас кладовка. Ну, здесь прохладно. Это кладовка. А, это же это печка же стоит. Да, подожди. Печка. Подожди, а здесь отопление газовое или? Да, да, газовое. Это времянка получается. А? Что-то не понял. Печка такая. А, вот, что это печка, да? Короче, ну, вроде бы так. Не-не, угля здесь нету, газовое. Не, да, а видно, что это углем тоже можно топить. А, ну, можно, не знаю, мы включаем. Это же видно. А горячая вода тоже. Времяночка неплохая такая, да, ребятки? Здесь топчан есть, можно посидеть. Я не знаю, что это за система. Ну, короче, горячая вода здесь включается. Тоже вот от газа включаешь. Вот ага. А, колонка? Вот, включаешь, и горячая вода. На улице стол стоит вот так. С этими... со стульчиками. Правильно. Вот это собака ваша, да? Да, собака. Тоже оставляете? Ну, конечно, я говорю. Так, говорю, вот, это да. Гараж. Я кормлю, кормлю собаку. Ага. Здесь свет есть? Свет, да, есть. Сейчас, минутку, давайте. Есть, наверное, свет? Нет, здесь, конечно, свет. Я говорю, я твою собаку скушаю, она говорит, я тебя убью сразу. Я говорю, я уже устал. Конечно, она как старожила. Хорошо. Ну, ничего. Я хотел у вас дом, это саманы, да? Нет, а какой? Какой ты? Можно, да? Дом капитальный, фундамент, видите, высокий, здесь еще подвал. Под
Просто он такой неблагоустроенный, но можно сделать. Да это, проходите. А как открыто? А, закрыто же? А, здесь как прихожка типа. А это чисто веранда. Ага. Да что, дед с бабушкой вдвоем жили они. Угу. Вот так. Мы в другом городе живем. Машинка старая. Шила, да, бабушка, наверное? Ножная бабушка. Она как раньше же все же как-то чудо там делали. Вот это они в спальне было здесь. Угу. Здесь просто комната. Как бы. Это получается 6 комнат? 5? Нет, 4 комнаты. Нет, 4. 5 комнат. А это зал и большой, да? Как, она как куб, как прихожая, что угу. Не знаю. Это спальня. Да? Вот это вот, Валера. Что? Вот наш дедушка. Вот. Вот. Это соседи. Мы собрались на набережную опять, только с другой стороны уже. Со стороны банка Центра Кредит. Вот этот банк Центра Кредит. А здесь мостик. Да, Валера, этот же мостик. И там набережная. Вот он мостик. Вот наше озеро. Речка. И когда маранчики, как всегда. Вот как удобно мост сделали. Люди вот так вот отдыхают, и некоторые с работы возвращаются. Вот через этот мостик прям близко-близко. А здесь, смотрите, ужас, что творится. Это банк. Наш банк, Центр Кредит. Вот, снимай отсюда. С другого раза. Гуляем. Дом на один. На белую кнопку нажми, и будет фотография. Не надо. На белую. Полностью рост? Ну давай полностью. Давай. Вот Валера мне купил мороженое. Вот такой большой рожок. А сегодня вообще никого нет. Ну, может, еще рано, потому что еще нет 7. А я вот первая подошла. Побегала сейчас, сделала пробежку. Вот такой у нас зал. Смотрите. Большой-большой. Очень хорошо, что большой, и вот есть такие поручни. Можно всякие наклоны там делать, всякие позиции. Эти поручни очень удобно. Вот. Ну, может, еще кто-нибудь подойдет, я так позанимаюсь сама. Вот. И заряд на целый день хватает. Ну, я вновь иду в Парк Победы. Ольга говорит, здесь сидит на скамеечке. Здесь, смотрите, цветы возложили к вечному огню. А Ольгу я не вижу. На скамеечке, говорит, сидит. А где она сидит на скамеечке? Какой скамеечка? Это не она случайно там сидит. А я тебя ищу. Думаю, где ты? И смотрю, смотрю. Уже хотела позвонить? Я уже хотела позвонить. Ну, Паша, ты не была там?
Почему я все время, мы же все время гуляем. Здесь ты рядом, наверное, да, живешь? Ну, это, где торговый центр. Не сильно, тебе, может, ближе? Мне ближе, мне две остановки. Да? Да. Подожди, я думала, тебе вот так вниз идешь. Ну, вот я вот оттуда иду и туда. Вот, на трассу там то ли вижу тебе? Ну. А ты где торговый, да? А я где торговый, только с этой стороны. Ближе поэтому сюда. Ну, тебе ближе, видишь? Чуть-чуть. Сколько тебе здесь расстояние? Ну, где-то тоже две остановки идти. Километр? Да, где-то. Ну, у меня тоже километр. Ты, наверное, раньше вышел. Просто. Да, я же раньше вышел. Я валялась. А я покушала еще. Все сделала? Да. Мой сын кушает, ты что? Все ему готовил. Я говорю, ты знаешь, Сашка, говорю, знаешь, говорю, это Татьяна, как мужа любит, а Сашки его кормит. Да, говорит? Ну, конечно. Все, слушай, ну сколько лет с ним прожили? Мы все равно мало кто так делает. Это я по молодости так делала, вот с мужем первым. Прямо все вот к Минере, постоянно же мероприятие. И вот его чашку все кладу, вот так кормлю все. Я не думаю, никто не смотрит, а за мной все наблюдают, потом начинают. Ой, в этот тополиный пух. Ой, не говори. Ну что? А? Лягушка-путешественница. Ты куда ездила? Мы в Стамбуле были. Сейчас мы это самое. Ты с кем? Так, ладно, говорю, сколько там у тебя? Ну-ка покажи. Тут большая полторушка, говорит. И караси. Я говорю, ну ладно, вот еще одну большую такую поймай. А он лепешки штук 4 покупает и приносит сюда. И говорит, я говорю, еще одну рыбу поймаешь, чтобы я у тебя куплю. Почем ты это продаешь? Жена продает там на работе, я отношу, он по полторы. Я говорю, что, упал, что ли, полторы, если 1200 одна стоит? Одна рыба? Нет, 1200 стоит, нет, килограмм. А, килограмм. Килограмм стоит это 1200, туда сходили, туда. Он не может поймать. Маленький ловит. Где он ловит? Вот здесь, что вот ли? Вот здесь леску кидает. Он по два раза ловился. Ты что, нельзя же его это, туда в этого деревья, ну, опорный пункт? Там написано, что нельзя. Да, нельзя. Да и сейчас вообще нельзя. Ну? Сейчас сезон вообще нельзя. Да. С 15 апреля. Ну да, он ловит это тут стоит. Ну, всякие же, что. Короче, я купила у него, отвалила 2,5, потом харки. Сейчас, чем я так много ему дала? Надо 2 штуки дать. Он мне по ушам прошелся, а я же такая добрая, дура, блин. Думаю, ладно. Я говорю, Кларка, у меня же тут деньги. Я говорю, Кларка, говорю, давай деньги у него. Я говорю, ты что, Каспи, у тебя нету? Нету. Кларка, отдай ему. Говорю, откуда ты знаешь, что у меня деньги? Я же увидела, ты, говорю, кошелек открыла свою, этот, сумку. Я говорю, тебе сейчас через Каспи перешлю. Короче, я забрала, 2,5 отдала ему. Вот только сегодня пожарили. Сегодня пожарили. Слушай, ну такая вкусная рыба. Сейчас не выдержала, снова 2 штучки съела. Один кусочек и карась. В смысле карась не выдержала? Съела снова, поела, я говорю. Я вечером стараюсь не кушать же. А, после 6 не кушаешь? А, это, нет, сейчас-то 6 нету еще. Просто я, то, что вкусное, понимаешь? Я и карась жирная. Ну ты молодец, вот вечером не кушаешь. Стройная. Все равно кушаю. Стройная. Сколько весишь? Какой там? 63. Ну, нормально, ты же высокая же. Я вон, блин, пожарнела. Поэтому на йогу хожу. А ты кто, понимает, что ли? Конечно, пацаны, знаешь, как понимают. А зачем ты такую крутую вот эту еще поставила? А чтобы держать. Смотрите, здесь сколько голубей. Мы пошли в другую сторону. Мне надо сходить обязательно в одно место. О, сколько голубей. А здесь такая красота, ребята. Смотрите, сколько птиц. А там эти, как лебеди, гуси, муси. Смотрите, какой обзор шикарный. Ух. Прям как в Турции. Красиво. Очень красиво. Старый город, что ли, написано? Кафе, да? Пойдем, старый город. Туалет же хочешь. Потом придем. Вот такие лебедушки. Вот пара, а этот один одинокий. У него умерла лебедушка. Ну, по-моему, это да, лебедь. Лебедушка умерла, по-моему. Вот такие они красавцы. И видишь, крылья по это самое срезали, чтобы они не улетали.
А там сколько птиц, посмотри. Да, море, голуби. Ужас, сколько птиц. Вот тут, по-моему, скважина водит. А чё ты, я тебя не снимаю, я голубей снимаю. Снимайте, снимай, я просто... Я же ваши эти же смотрю же. Ой, мы их расшугали. Они шугливые, я чуть наклонюсь, они снова. Что, здесь тоже рядом живешь? Мы в гости приехали к вам. А? В гости приехали. Недалеко здесь, да? Да. Все. Ясно. Ага, молодец, такая, а я и не знала. Море. Потом, знаете, же это могут. Такие дни есть, которые вот обнуленные есть дни, а есть, которые успешные. Вот один день ты когда регистрируешь бизнес, покупаешь машину, покупаешь даже телефон. Телефоны даже когда покупаешь, ноутбуки, пылесос со стиральной машинки, надо в день 8 покупать, чтобы она не ломалась, чтобы она из строя не выходила. Да? Диваны, одежду, все, что мы носим, покупаем в день 6. День Венеры, это любовь, комфорт. Представляете, вещь, купленная в день 6, она тебе служит 20 лет. Вы заметили всех вещей? Так у меня сколько у нее есть вещи, которые я не могу выкинуть. Так хорошие. Вы же не можете же сейчас вспомнить, какого числа. Ну, да. А потом запомните, кто купил 9-го числа. В 9-й день что-то купил, эта вещь обязательно валяется, она не нужна. Человек в этот день на эмоциях покупает, а потом она не нужна ему становится. Поэтому я в деньги не покупаю ничего. Это надо запомнить. Я просто смотрю, что мне нравится, но покупаю уже в день 6, в день 3 или в день 8. Это не так, что вот сегодня 6 число, я... Нет, расчеты другие у нас идут. У нас есть одна схема, мы через нее высчитаем и плюс. Я сейчас стала жить чисто по цифрам, и слава богу, мне везет. Да? Даже вот сказали, вообще, я вам скажу интересную вещь. Мое имя, оказывается, несет мужскую энергию. Я это чувствую. Я внутри себя чувствую какую-то мужскую энергию. Как меня так зовут, что она несет мужскую. А как тебя зовут? Эльмира. Эльмира? Да. Эльвира, да? Эльвира. Смотрите, в моем имени Эльвира заложена планета Марс. Вот вы Марс, вы девятка. Это аж воинская же энергия. Угу. Она энергичная. Я не говорила. Мужская энергия. Она же мужчина в женском теле, получается так. Угу. Теперь что думаете? Рассчитали? Мне надо срочно менять мое имя на женскую энергию. Я пошла специально в расчетный день. Мне дочка календарь сделала на год. Говорит, мама, будешь по календарю ходить, короче. Я в этот день просчитала, пошла в ЦОМ, день 6. Людей много, очереди много. Я думаю, блин, зря я пришла. Какая разница, да, какой день, да? Нифига, энергия 6 работает. Я встретила знакомую, она мне за 15 минут чики-брики сделала, а люди там по 4 часа стояли. То есть в этот день работают случайные, как вам сказать, удача. Как-то удача начинает. Но я в парк хочу. Хочешь на качелях кататься? Нет. А что ты хочешь? Так что знаете что, если вы без работы, мамка, если вы ищете, я в батут хочу. Каждое утро я давно ходите, не ходила. Ходите. И не просто ходите, так ходите, как будто вот, да вот быстрая ходьба. А вообще, где можно об этом почитать? Там не написано об этом ничего. Алекс Ройдблант. Еще раз скажи. А что тут Алекс Ройдблант. Кроме Хорошо, Жанат Кожемжаров. Наука, социальная цифрология. Мама!